Для кого-то лето – пора каникул и отпусков, но не для педагогов. Для ульяновских учителей прошел семинар по наиболее перспективным направлениям в профориентационной работе со школьниками. Ведь в современном мире рынок труда стремительно меняется. Подрастающему поколению сложно сориентироваться в выборе профессии, а помочь в этом им смогут педагоги. Они изначально проходят в школе профориентационные уроки. Вот. Затем у них проходит тестирование на выявление склонностей и способностей. Вот. И затем мы знакомим по практическим мероприятиям с профессиями, которые существуют у нас в Ульяновской области. Проект по профориентации школьников «Билет в будущее» реализуется в Ульяновской области не первый год и помогает подросткам решить сложную задачу – выбора карьеры. Ученики 6-11 классов посещают экскурсии, ходят на предприятия, в СУЗы и ВУЗы. Немаловажное значение играет профориентационная работа с детьми с ограниченными возможностями. Профориентационная работа для наших детей имеет важное значение. Нам важно, чтобы наши дети после окончания школы были в социуме, имели профессию, могли определиться. Количество участников проекта по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2 раза и составило 10 тысяч человек. Соответственно, увеличилось и количество педагогов, теперь их 190. Мероприятие реализуется по нацпроекту «Образование». Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.